Как отличить съедобные зеленки под зеленки от их ложных ядовитых двойников? Сегодня мы наглядно, ребята, вам покажем и расскажем. Рядовка зеленая или зеленушка? Их существует два вида. Есть еще зеленушка тополиная. Отличие в том, что у нее чуть больше чешуек на шляпке. Оба вида съедобных, если вы их перепутаете, ничего страшного. Подзеленка или рядовка серая или штриховатая. Отличительный признак – это радиальные вот такие полосочки, цветовая гамма. От центра шляпки идет и оливковатый, зеленоватый цвет внизу, на пластинках и на ножке. Далее ложные двойники подзеленки. Рядовка мыльная. При деформации она краснеет и отсутствуют штрихи. И внизу она такого металловатого, беловатого цвета. Видео ограничено 1 минутой. Мы не можем рассказать про ядовитые двойники. Поэтому заходите в YouTube, ролик номер 16, там будет подробно про все...